Уже через несколько дней стартует второй сезон проекта «Холостячка». Свою личную жизнь попробует устроить певица Злата Огневич. Съемки уже близятся к финалу, и Злата понемногу выдает свои личные тайны. Так она рассказала, что было на первой вечеринке, чем ее покоряют мужчины и какая стратегия в итоге с ней срабатывает. Злата отметила, что уже на первой вечеринке испытала всплеск эмоций. «В моей жизни никогда не было такого яркого знакомства с мужчинами. Чувства, которые возникают внутри, ни с чем не сравнить», – отметила холостячка. «Сейчас, оглядываясь назад, я могу сказать, что мое первое впечатление меня не подвело. На проекте остались именно те мужчины, которые понравились мне больше всего на первой вечеринке», – поделилась певица. Так что, друзья, будем присматриваться, какие комментарии будет Злата говорить на первой вечеринке, и, возможно, вычислим претендентов на финал. Самым важным для Златы Огневич стало внимание от мужчин. Внимание – это не только подарки, но и слова, цветы, завтрак, объятия, какие-то сюрпризы. При этом выигрывают не всегда самые инициативные парни. Для Огневич важны эмоции, ее внутренний отклик на действия ухажера. На вопрос, не пугает ли ее наличие у потенциального партнера детей, Злата ответила отрицательно. Наоборот, для нее это позитивный момент. Также знаменитость не пугает, если мужчина рядом с ней будет также медийной персоной. Всем интересного просмотра 17 сентября, уже скоро. А с вами была Сплетница. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.